I think the Dlepse problem is a very important project because it's one of the first projects in the north, northwest of Russia, which tells with nuclear problems and with cooperation between Western and Eastern companies. And on that manner, it's an important project. Меня проект Лепсе, я этого не скрываю, могу сказать, начался тогда, когда этот проект очень сильно поддержала норвежская, я назову все же ее экологическая организация Белуна, которая сейчас имеет определенные проблемы с нашими федеральными службой контрразведки. Но однако вот для меня лично действия Белуна были очень позитивны, они очень сильно подтолкнули, что ли, политическую часть проблемы и проект Лепсе. Если же эксперты утвердят такой план действий на первом этапе, тогда под него удастся получить и необходимые деньги для разработки проекта извлечения топлива из хранилищ плавбазы, организации месторасположения контейнеров и решения многих других вопросов. Сколько именно опасных грузов будет храниться на берегу, 5, 10, 50 лет, неизвестно. Но все же это лучше, чем подвергать опасности экологической катастрофы наши водные пространства.